Сделайте себе долину смиренную, чтобы принять дождь. Высокая высыхает, низкая наполняется, а благодать подобна дождю. Ведь где-то там, в долине покаяния безбожников окаянных, озаренные светом великого, наши пращуры о траву вытирали мечи, заляпанные кровью еретиков. Кровосток наполнялся криком юродивых. Из спеси и гордыни их воцарялись врата для нового бога. Всевидящее око Божьей длани не знало усталости. Святой Франциск Сальский сказал, что ад полон доброй воли и желаний. Тот, кто послушанием подчиняется злу, придерживается бунта против Бога. Но что на самом деле истина, а что дозволено, когда великий замысел близится к своему завершению? Мир медленно погибает, и только мы можем переписать историю до того, как он умрет. Следуя системе Наумова, мы постараемся приоткрыть покров таинств. Пронзая саму ткань мироздания, мы добьемся ответа на животрепещущие вопросы. Львов – старый город трех павших вихрей времен империи. Обитель грехов, цинизма и халуйства. Из одной такой мысли и родилась картина о семи смертных грехах. А мысль эта была грустной, но истинной. Вот она, отныне никто не смеется в моих снах. Эта книга находится за гранью добра и зла, однако мысль эта единственно верная. Святость рождается из непроизвольных движений сердца и нетщательного процеживания поступков, слов и мыслей. Это чистый источник, абсолютный грааль, к которому Иван стремился всей душой. Мало-помалу источник заполнялся душами грешными. Эпитафии не спасали, а индульгенции покупались на каждом углу. В горниле праха его ковалась новая вера, и казалось бы, что чудо уже свершилось. На несчастных, почерневших от крови и копоти лицах, наконец забрежил лучик надежды. Все старые ложные идолы должны быть стерты. И только истинная церковь знает путь искупления. Наши соседи – животные без цели и правил. Их существование само по себе оскверняет природу Творца. Как можно учить добру и милосердию, когда вокруг нас выжжены атомным огнем леса и поля некогда великой Родины? Но смерть не уйдет из излюбленных мест. Кровь сарацин возродит Алый Крест. Все к тебе чают, дайте пищу им во благо время. Давши тебе им соберут, отвержу тебе руку всячески исполнится благости. Но однако в своей гордыне люди отвергли Творца. Разумеется, Вахлостенко стремится восстановить природный баланс. Великий пастор земли святых, наделов божьих Святослав Чистодум, лично следит за распределением земель и эффективностью работы на онных, за выполнением переданных Господом через Охлостенко планов. И вот что позволит нашей благословенной стране помочь дикарям найти путь истинный. Однако знамения указывают нам на то, что со дня на день начнутся смутные дни. Поднимая готовый автомат к небу, каждый рабочий чувствует на себе Божий Святой Дух, благословение подарить смерть безбожным дикарям, что мучают семьи бедных рабочих. Их глаза никогда не отрываются от работы, а сами они прерываются лишь на мольбе. Ведь сила – это путь к миру. И только на восточных рубежах некогда необъятный железный демон начинает работу своего ликвидационного комитета. Он уже представляет угрозу для нашего замысла, и, быть может, когда-нибудь мы скрестим в острые мечи. А пока вокруг нас бесчисленное множество отступников, которых следует беспощадно карать. Заруби одну паршивую овцу, и следом за ним пойдет ее паство. Холодный ветер ледяных пустошей святых наделов снова завывает над головами верных служителей Господа. Каждый день в определенный час можно услышать десятки, сотни голосов, как женских, так и мужских, взывающих. «Господь, прости нам грехи наши, даруй нам слепым свое прощение». Обрести прощение и милость Господа можно лишь в храме искупления. После срока заключения бывший грешник выходит чистый и непреклонный в истинной вере. Он уже отринул свою грешную суть навеки и готов отдать свою жизнь за свою веру, за своих братьев, за Абсолюта, за Господа. Черная паства практически готова вести избавление через очищение.
Печальные новости с кубанских земель. Начались столкновения между бандитами и сектантами, пытающимися сбежать от бесконечно растущего рыжего леса. Неизвестно, как отреагирует черный левиафан на сложившуюся ситуацию у своих границ. Но уже есть новости о том, что армия Адмиралтейства собирается на окраинах Краснодара с наступательным вооружением. Из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, кое имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никоей зелени, никоему древу, и только одним людям, кои не имеют печати Божией на челах своих. Саранча, грязь рода людского, засела в своем мерзком логовище на западе, словно орда насекомых, набегая на нашу хранимую творцом землю. Либо мы вырвем отросток тьмы с корнем, либо погибнем сами. Другого пути нет. Гой да, братья! Пробил час. Нас уже не остановить, ведь свыше контролю не бывать. На пороге неба верным ставят кресты, ведь так им легче дышать. По пропащим скорбить нет часу, ведь мы начинаем наш славный великий поход. Дым, пожар, пепел, чад, все кружится в небесном вихре отчаяния и боли. Они познают страх. Сегодня врагу воздастся по заслугам. Воины Господа идут в свой первый крестовый поход. Стоило сделать лишь шаг, и города сдавались в плен. Многие без войны и даже без огня. Быть может, сегодня кто-то заслужит прощения в виде искупления? Как бы не так. Пришло время кары небесной. Оковы лжепророков вновь будут разбиты. А многим из тех, кто клялся хранить спокойствие и мир, уже не будет прощения в этом новом мире. Одна пуля – одна цель. Один выстрел – один труп. Вседозволенность так очищает разум. И вот уже для буковинцев наступил судный день. Что ж, им уготовлена участь одноименных якобинцев. Забавная штука этот ваш мирный атом. Рано или поздно произойдет то, чего мы все так давно ждем. Рано или поздно мы победим. Однако, подобно Ураборосу, нас ждет пожирание собственного хвоста. Еще так много земель, что не несут благую весть. Так много городов, погрязших в скверне и святотатстве. Черновцы были взяты без боя, однако противник и не думал отступать. Плечом к плечу стояли воины наши, и не убоялись они лиходеев. Мечи их были так же востры, как молитвы. С улыбкой они шли в бой, и с улыбкой же помирали. Ведь они знали, что сражаются за благое дело. Враг бился до последнего патрона. Надо отдать ему должное до последней капли крови. Кровавая дань очищения была уплачена. Опорный пункт взят, а на какое-то время наступила тишина. Наши люди заслужили отдых, ведь грядет великое очищение. Как вы понимаете, друзья мои, на этом наша история не заканчивается. Разработчики припасли для нас еще несколько веток фокусов, которые еще сильнее раскроют данную фракцию. Давненько на моем канале не было чего-то такого сюжетного, и работать над данным проектом было действительно интересно. Так что я от себя скажу, что у нас есть одна из сильнейших заявок на лучший сюжетный мод этого года. Если вам так же, как и мне, понравился данный проект, не забывайте переходить по ссылкам в описании и присоединяться к сообществу этого мода ВКонтакте. Также буду благодарен за ваш лайк, подписку и комментарий. И поддержать мое творчество можно на Boosty или Donation Alerts. Как всегда, всех обнял. До новых встреч. Пока, ребята.